Всем доброе утро. Василиса, поздороваешься? Привет, ребята. Мы идем в садик детский. Сейчас 8:30. Мы уже немножко задержались, потому что Василиса очень любит танцевать по утрам. На это нужно время. Вот, сегодня идем на УЗИ. Это кто? Котенок. Это у него котенок из Макдональдса. Мне кажется, что это не котенок, но для нее это котенок. Вот, сегодня идем на УЗИ. Потом на английский, на гимнастику. Я побуду дома. Меня вообще сегодня вызывали на собеседование. Но не знаю, как с собеседованием. Что-то мне нет желания туда идти. Хотя, наверное, может быть и нужно. Посмотрим, как у меня будет настроение. Если что, я отзвоню и скажу, что не могу. Настроение у нас год 272. Да? У нас солнце. Ага. На солнце хорошенькое. Идем на урок английского, называется. Медленно, наверное. Все изгвоздали в садике. Пришлось заходить в детский мир, покупать новую футболку. Да, скажи привет. Привет, ребята. Ну вот, ребята, сходили мы на... На площадь. На УЗИ. Мы сходили на УЗИ, а не на площадь. И нам сказали, что шишка наша – это всего лишь лимфоузел. Просто он очень близко расположен к коже. Ничего такого страшного, слава богу, нету. Мы выдохнули, и, в общем, все нормально. Василиса перекус перед английским. Она напихала целый рот банана. Где мусор? Вон мусорка, неси в мусорку. Вот она, рядышка. Было тем более. Самое любимое занятие – погонять голубей. Врагам. Рассказывай, тебе понравилось на английском? Да. Что вы там делали? Мы делали... Мы ходили с бабушкой только, а не с тобой. Ну, что вы делали? Что-то делали? Песенки пели? Ну да. А что еще? Я пела так. Какую песенку? О, она уже пришла, шути. Все, сдала ребенка в школу, пойду. Теперь сдавать часы в магазин. Ты пошла? Да. Ну, да. Молодец.